А вот при замене колес я обратил внимание на вот эту хуйню, что разово плюнул. Вот что это плюнуло? Раздатка, да? Ой, да. Этот редуктор. А вот тот сухой, видишь? Угу. Возможно, сапун, да? Ну, как вариант, может быть. Как нам с тобой это дело все вычислить? Сапун, вот он, видишь, в раму входит. Вот эти две трубочки? Да. Ага. Вот и сапуны. Так, сапуны, вот они. Может, они там забились? Каким-то образом. Да вряд ли. Это, скорее всего, у тебя по зиме горячий был, конденсат образовался, подмерзает. И, скорее всего, прыгнуло. Уровень масла есть смысл проверять? Очень мало. Да? Он будет в норме, 100%. Давай тогда замоем эту штуку. И посмотрим, поездим. Нечем замыть. Замыть есть чем, только надо вылезать из машины, да. А, сейчас ты видишь. Какие ты говоришь свинблоки? Вот смотри. Вот эти вот. Ты их не перепрессуешь? Почему? А, эти да, эти перепрессуют. Если они есть, свинблоки, то я их перепрессую. Я у себя прессовал вот эти. Свинблок. Вот этот и вот этот. А то Вася, когда я с худоразвал делал, говорил, что у меня вот то колесо куда-то вправо выдвигает чуток. Ну, у тебя вот он один, который регулируется. Второй стоит вот на этом рычаге, там, по мигле. Но тем ничего не случается. Ну да. Обычно страдает либо вот этот свинблок, либо вот эти. Но это проверять сейчас их бесполезно. Ну нет, это видно. Это у тебя в идеале. Здесь я решил просто проинспектировать вот эту тему. Но, как видно, что она плюнула разок и больше не плевалась. Причем она плюнула, скорее всего, стоящим. Остановился, оно подтекло и все. Может, все-таки сапуны сдернуть, попадут в них? Сальники выйдут. Ну да. Так что инспектируйте, ребятки, вот этот узел. Не брезгуйте. Особенно, когда колеса меняете, смотрите, тут снизу все. А? Паш, они там не засрутся. А что? Скорее всего, зимой, кстати, подмерз, она плюнула. А, ну это может быть, да. Вот. А там замыть нечем. Да замыть-то есть чем, сейчас дам. У меня есть лавандовый очиститель. Лаванды будем потом вонять. Ну, замыть, продуй, да и все. А потом диском приедет менять, посмотрим. Слушай, а можешь сейчас поменять? Кого? Нет. Женьке надо это, сегодня с детьми сидеть. Там у тебя колодки еще нормальные, Женька смотрел. Ну колодки да есть, да. Но диск просто один, по-моему, треснул задний. Так что вот он. А это он не треснул, это тебе так кажется, что он треснул. Это просто как к нему это прилипает, нахуй, колодка. Дай бог, чтоб казалось. Как кажется, он не треснул, он кажется, что видел. А, ну да, кстати, эту тему я видел. У меня во втором колесе такая же хуйня торчит. Это надо делать. Ну, подсохнет, я сделаю. Сейчас пока буду накачивать. А потом сделаю. У меня этот набор есть где-то. Да, лучше, замоем. Да. И посмотрим. Я думаю, нормально будет. Скорее всего, просто зима. Третья. Что, вылезешь? Да, все хорошо. Так, ладно. У нас теперь новый очиститель появился. Кто мне его подгоняет, вы, надеюсь, догадались, озвучивать не буду. Ну, блин, стоит дешево, моет хорошо, но воняет, сука, лаванды полдня. Так сейчас, Евген, ты помоешь, у меня машина будет вонять лаванды, и у тебя руки будут до вечера лавандой вонять. А может не вонять, а благоухать. А, воздух сразу. И... Да, перейдем к лесу, мол, подай. Ага, хорошо. Есть, сэр. Ага. Готово. А? Дальше вытянем. А дальше ты уронишь вот эту вот штуку и будешь матюгаться. Это я знаю. Вот. Ну, отсюда ничего не видно. Главное, сейчас замоем. Прокатим? А? Прокатим, вот здесь спущусь, конечно. Ты что, такое надо все... Паш, прокатим, Паш? Давай. Так я качу. Назад,
Вперед. О. Хорош. Хорош? Да. Вот, сейчас мы замываем эту штуку и смотрим. Блин, растут. Вот чем-нибудь ее почистить. Ну да, воняет. Фабрике. Вот, сразу все стало чисто и сухо. Теперь надо с той стороны залезть. А я спрячусь. Да. А я прячусь. А я пока вот тут посмотрю что. Бля, ну лавандой пахнет, как в парфюмерном салоне. Даже не буду парфюмом брызгаться. Буду два дня ходить и лавандой благоухать. Евген тоже, мы здесь облучаемся с ним. Фу. Не будем лезть туда до смены масла. Будем надеяться, то, что ничего там больше не потечет. Ну вот, как бы. Засим наш вебинар про инспекцию, точнее, про вдыхание запаха лаванды. Можно считать завершенным. И также вебинар касательно инспекции задних шлюзов. Ну такой поверхностный, на предмет потеков. Замыли. Будем смотреть, как она себя будет вести. Вот. А дальше будет видно. Дай бог, ничего там такого страшного нет. Ну и по муфте, по задней муфте кардана, кто не в курсе. Она вот, блядь, такая шатающаяся, отрывающаяся, уже где-то 1040 у всех практически такая. Не спешите ее менять, пускай нахуй ездит до упора. Вот. Главное, вот эту вот штуку, алюминиевую, она закрывает электронику Халдекса. Забрызгать битумной мастикой. Отмыть сначала хорошо и забрызгать битумной мастикой. Потому что были случаи прогнивания вот этих алюминиевых крышек. Вот, ну все, всем пока. На сегодня наши все вебинары закончены. С вами был Acid Cat, спасибо за внимание. Увидимся на канале и до новых встреч!